Доброе утро, как меня слышно? Я хотела протестировать звук. Подскажите, пожалуйста, те, кто уже подключился, как меня слышно? Доброе утро, дорогие партнеры. Добрый день, дорогие партнеры. Как меня слышно? Напишите, пожалуйста, в чате. Доброе утро, дорогие партнеры. Я вижу, что уже несколько людей подключились. Подскажите, пожалуйста, как меня слышно? Я тестирую звук. Напишите в чате. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Доброе утро, уважаемые консультанты. Скажите, пожалуйста, вы меня слышите? Поставьте плюсики или какой-то, не знаю, смайлик, или напишите что-нибудь доброе для того, чтобы создать друг другу настроение. И чтобы я поняла, мы будем готовиться уже отмечать этот прекрасный прекрасный день. Меня зовут Анна Орищенко, я менеджер по продажам Казахстана и Центральной Азии, и сегодня я расскажу вам, о чем же будет наш вебинар. В первую очередь мы поговорим о лидерстве, об акцентах на бизнес, то, что может помочь вам заработать максимальное количество денег, увеличить свой доход, сформировать свою структуру правильно, и чтобы каждый ваш ключевой партнер, даже если он зарегистрировался только сегодня, получил максимальные выгоды от сотрудничества с компанией Oriflame. Помимо этого, у нас У нас, безусловно, будет успешный лидер, который будет рассказывать о важном инструменте. Да? Вы видите, что Айнура Насырова расскажет об активном рекрутинге, потому что рекрутинг – это самое важное действие. Именно с него начинается построение бизнеса, с него начинается успех. Айнамкос Эрестан, региональный менеджер по продажам, расскажет о нашем самом главном в году, не просто сейчас, не просто в 16-м каталоге, а в самый главный запуск, самая главная активация года – антикастинг, и о том, какие выгоды каждый консультант, каждый лидер может получить, участвуя в этой программе. Мы увидим в видео наших замечательных топ-лидеров из соседней России, Ирек Кафизова и Снежаны Полежаевой. Ну и, безусловно, наш лидер номер один расскажет нам о программе «Антикастинг». Ждите ролик от Нурие Ахметовой. Мира Джексалыкова, старший тренер по продукции, расскажет о великолепной программе «Медальный зачет», потому что эта программа помогает всем поддерживать активность, увеличивать сумму заказа. Ну и самое главное, что потом каждый может порадовать своих близким прекрасными подарками. Следующий момент – это использование программы «Медальный зачет». Как успешно использовать? Мы об этом узнаем от Джанагул Туйбекаевой. Очень интересный опыт. Я уверена, что вам обязательно он понравится. Елена Алмаева поделится с вами квалификацией на мероприятие компании. И я уверена, что вы еще раз для себя сделаете важные акценты. Слушайте внимательно ее выступление. Ирина Пульчинова, бизнес-партнер компании Oriflame, старший директор, расскажет о квалификации в Мадрид. Я надеюсь, многие из вас хотят путешествовать вместе с компанией Oriflame. Oriflame – это шведский эксперт по красоте как образу жизни. И я уверена, что каждый из вас знает, какое большое количество возможностей компании предоставляет. Пожалуйста, поделитесь в чате, какая из возможностей компании для вас, ну, я не знаю, была решающей, была самой интересной. Возможно, для кого-то это возможность использовать инновационную продукцию, возможность использовать продукцию, которая имеет клинические результаты, гарантированный результат через определенное количество времени. Если мы говорим, например, о нашем уникальном продукте, это серия NovAge, да, мы знаем, что серия для увлажнения дает результат за 2 недели True Perfection, серия для лифтинга дает первые результаты за 4 недели, да, Ultimate Lift. Выбирайте для себя продукты с гарантированным результатом. Но и это еще не все, что можно сказать о наших замечательных продуктах. Наверное, вы знаете, что компания Oriflame социально ответственная. Все наше пальмовое масло на 100%, которое мы используем, оно делается по сертификации. Да? То есть мы не
как бы не разрушаем окружающую среду, мы оплачиваем сертификат на высадку лесов. Вся наша бумага, которую мы используем, она из вторичной переработки. Спрей не разрушает озоновый слой. Вы знаете, что наши пластиковые упаковки, они биоразлагаемые. А, например, в скрабах содержатся именно натуральные ингредиенты, а не какие-то пластиковые полимеры. Я думаю, для многих из вас, у кого есть дети или кто, возможно, в ближайшее время планирует увеличить свою семью, вы захотите оставить нашу планету, нашу замечательную страну чистой и пригодной к жизни. Поэтому я думаю, что наша социальная ответственность – это тоже очень важный пункт. Также, наверное, вы знаете, что компания Oriflame участвует активно в благотворительности и регулярно отчисляет на всевозможные благотворительные проекты. Эти проекты предназначены для социализации детей к жизни. Чаще всего это обучающие проекты, обучение какому-то виду деятельности для того, чтобы у человека оказалась профессия в руках. Но это еще не все. Конечно, такая компания объединяет людей, влюбленных в красоту. Это сообщество, Oriflame – это сообщество, где можно найти для себя все, что вам интересно. Единомышленников, как отлично провести время, вместе путешествовать, причем не только с членами сообщества, но и с близкими вам людьми, если речь идет о квалификациях. Напишите, пожалуйста, кто в какую страну планирует путешествовать буквально, может быть, в этом году или в следующем году, потому что у нас планируется огромное количество поездок в Ирландию, в Стокгольм, в Мадрид, в Хорватию, в Сидней, то есть огромное количество. Я даже думаю, что, не знаю, надо покупать глобус и просто отмечать на глобусе значками, флажками все те места, куда вы можете поехать уже в ближайшее время вместе с компанией Oriflame. И это еще не все. Компания Oriflame помогает каждому развиваться как личности, открывать для себя новые ресурсы. Отлично, я вижу, что Хорватию отмечают. Подскажите, пожалуйста, у всех есть звук? Потому что я вижу комментарии Ольги, что звук как бы не идет. Подскажите, пожалуйста, есть звук или нет? Вот мне отмечают, да, что звук есть. Потому что мы делаем наш вебинар с нескольких ноутбуков именно для того, чтобы проверять это. Подскажите, напишите, пожалуйста, в чате Ольге, что либо ей нужно перезагрузиться, либо проверить свои наушники и громкость на компьютере или на телефоне, да, то есть если у кого-то нету, напишите, пожалуйста, в чате. Следующий момент, о котором я хочу сказать, для того, чтобы воспользоваться всеми широкими возможностями, для того, чтобы получить лучшее для себя в сотрудничестве с компанией Oriflame, нужно четко использовать систему успешного ведения бизнеса Oriflame. Это три главных фокуса в вашей работе, которые не меняются никогда. Первое – это рекрутирование, второе – поддержка активности и товарооборота. И важный момент, несмотря на то, что называю его третьим, это развитие новых лидеров. Сами лидеры часто говорят о том, что сначала кто, а потом что. Сначала тот человек, с кем вы вместе можете строить бизнес. Да? Развитие новых лидеров – очень важный момент вашей деятельности. Рекрутирование – это достаточно широкое понятие. Оно состоит из нескольких параметров. Первое – это приглашение. То, как вы приглашаете, на что вы приглашаете. Наверное, в ваших командах есть несколько формулировок или, возможно, одна. И в зависимости от того, на что вы приглашаете, так вы и сопровождаете. Сегодня мы будем говорить о том, что актуальные тренды нашего общества говорят о том, что людям интересно такое приглашение, когда, может быть, это не прямо идет «приходи в компанию Oriflame», а иногда приглашение идет через интересную активность. Например, «приходи на фотосессию», или «приходи на фейсбилдинг», или «приходи на сессию по уходу за кожей лица», или «приходи и узнай больше о том, как должно выстраиваться питание твоего ребенка». Все это есть в проекте «Осень Лайф» и «Антикастинг». Сегодня вы об этом еще раз узнаете подробнее. Следующий шаг – это проявление.
проведение непосредственно самой встречи, на что вы приглашаете, как вы ведете бизнес-встречу, каким образом, на что вы мотивируете, ну, как бы, какие акценты вы расставляете, какие вы установки даете изначально человеку, который присоединяется в компанию. И уже непосредственно следующий шаг – это сопровождение, которое также входит в понятие рекрутирования, когда вы рассказываете о стартовой программе, об основных этапах, как разместить заказ, как выбрать продукт. И здесь я хотела бы сделать очень важный акцент. Пожалуйста, говорите больше о наших замечательных продуктах. Каждый новый консультант, который присоединяется к компанию, независимо от того, на что он присоединился, возможно, он ваш бизнес-партнер и пришел исключительно увеличивать свои доходы, менять свою жизнь к лучшему. Возможно, этому человеку конкретно нужны деньги здесь и сейчас, и он будет активно рекомендовать нашу продукцию. Возможно, этот человек присоединился для того, чтобы пользоваться нашими великолепными скидками. Каждый из них должен знать основные преимущества нашего продукта для того, чтобы он для себя и для своих близких мог объяснить, почему лучше выбирать продукцию из каталога Oriflame. Иногда я слышу, что лидеры рассказывают только о наших скидках, но скидка – это не единственное предложение, потому что какая-то другая компания или розница могут предложить в какую-то секунду больше скидку, да, чем в нашем каталоге. Такое возможно, но каждый человек должен понимать именно преимущество и уникальность нашего продукта, и сегодня мы еще обязательно об этом поговорим, потому что это важный момент, на который я хотела бы акцентировать ваше внимание. Больше говорите о продуктах Oriflame, сами больше пробуйте, приобретайте пробники, тестируйте, задавайте вопросы нашим экспертам, потому что у каждого лидера с уровня 22% есть возможность присоединиться в Телеграме на канал, где дают ответы эксперты. Используйте эту возможность, если вы еще не там, обратитесь к вашему спонсору, к вашему АСМУ, и вас обязательно присоединят. Поддержка активности – очень важный момент. И здесь у нас два пункта – это, например, программа «Медальный зачет» и обучение, то, что у нас есть, полная схема обучения в компании, которая у нас есть на сайте, которая у нас есть на OneDrive. Очень важно использовать это на ежедневной основе. По поводу поддержки активности сегодня будут очень много говорить, и я очень призываю вас сделать для себя выводы, сделать пометки и задать себе вопрос, а все ли я использую то, что нам предлагает компания? Максимально ли выгоды я из этого получаю? Потому что я от имени компании хочу сказать, что мы всегда хотим, чтобы ваши доходы увеличивались и чтобы вы использовали все эти инструменты. Может быть, не всегда стоит выдумывать что-то новое, может быть, стоит обратиться к опыту уже существующему, к опыту лидеров, а именно Академия Oriflame, наше обучение, создано лидерами и для лидеров, да, то есть это успех, базовые основы, которые, я уверена, должен знать абсолютно каждый менеджер с уровня 9% и выше, да, потому что от 0 до 9% консультанты, возможно, они больше фокусируются на знании продукции, на размещении заказа. Обратите внимание, как выстроена ваша система обучения в команде. Развитие лидерства есть главные ключевые показатели. Из них самые главные – это 15% рекрутирования и 70% активности. Это два наиглавнейших параметра, потому что если процент рекрутирования ниже 15%, да, его легко посчитать. Если ваша команда состоит уже из 100 человек, то это 15 рекрутов каждый каталог. Если ваша команда из 50 рекрутов, то это 8 рекрутов каждый каталог. Если ваша команда 25, то минимум 5 рекрутов в каждый каталог. Да? Очень легко, но это минимальное количество приглашений, которое должно быть в вашей команде. 70% активности, на что нужно обращать внимание? Посчитать очень легко. Также, если ваша команда, например, 100 человек, значит 70 человек из них обязательно должны размещать заказ. Если ваша команда 50 человек, то 35 человек размещать заказ и так далее. То есть вы количество активных консультантов умножаете на этот процент. Что это дает? Это дает возможность активно развиваться, это дает возможность анализировать то, как выстроена ваша программа поддержки ваших бизнес-партнеров, ваших консультантов, потребителей вашей команде.
И это действительно дает возможность использовать эти критерии и выходить за один год минимум на два новых звания, на два новых шага. И вспомогательные элементы, реактивация 10%, это когда вы уже работаете, например, все-таки больше года, и у вас есть люди, которые со временем, может быть, не получили заказ, не получили какую-то информацию, вы звоните и рассказываете о спецпредложениях, мотивируете их размещение заказа. А переход из стартеров в рекруты – это момент очень важный, когда все те люди, которых вы пригласили в компанию Reflame, и они уже предоставили вам данные для того, чтобы зарегистрироваться, чтобы они размещали заказы, чтобы из 10 минимум 6 человек размещали заказы в текущем каталоге. И каждый раз обращайте внимание на данные параметры. Подскажите, пожалуйста, по поводу тихо или громко, какой у вас звук, вы, пожалуйста, сделайте себе настройку в ваших гаджетах, например, в телефоне или, например, в компьютере. Сейчас мы попробовали чуть-чуть увеличить звук, да, то есть сделать максимально из возможного, подскажите. Отлично, да, спасибо, Венера, да, все замечательно, я очень рада. Ну что ж, мы продолжаем наш вебинар, и сейчас я хочу открыть блок рекрутирования. Для того, чтобы вам об этом рассказать, я приглашаю регионального менеджера по продажам Айнамкос Арестан. Доброе утро, дорогое сообщество Oriflame. Анна, спасибо огромное за направление в нашем бизнесе. Действительно, как удивительно слышать то, что сейчас в нашей компании разработано так много инструментов, мощных инструментов, которые помогают нам с вами не просто успешно двигаться по лестнице успеха, но и также создавать огромные империи, огромные команды новых людей с интересными взглядами на нашу жизнь. Как вы знаете, совсем недавно мы с вами запустили новый инструмент для приглашения новых людей. И инструмент этот носит такое неординарное название – антикастинг. Наверняка возникали вопросы, почему именно антикастинг, с какой целью мы запускаем данный проект. Вопросов на самом деле действительно было очень много, и на данный момент они все еще поступают. Сегодня на вебинаре мы хотели бы раскрыть вам основную цель создания данной программы и все-таки поделиться механикой работы и показать, насколько она простая и насколько она легкая в использовании и во внедрении вашей команды. Итак, что такое антикастинг? Это квартальная антивакционная кампания, которая направлена в первую очередь на то, чтобы вы смогли приглашать людей с новым взглядом на жизнь, неординарных людей, людей с другими интересами. Это, скажем так, еще один метод приглашения людей, еще один метод рекрутинга, который помогает приглашать людей неординарным способом, нетрадиционным способом. И почему стоит начать, наверное, пользоваться данным проектом? Наверное, потому что задача у него очень амбициозные, но при этом достижимые. В первую очередь мы хотим привлечь аудиторию, показав новые стороны бренда нашей компании. Мы хотим говорить с людьми на актуальные, интересные и личностные темы. Мы хотим помочь увеличить рекрутирование в ваших командах и увеличить активность тех, кто уже зарегистрирован, тех, кто уже зарекрутирован. Именно в рамках этого проекта очень важно развивать тему сообщества, сообщества лидеров и сообщества Oriflame в целом в восприятии потребителей. Поэтому, как вы видите, этот проект, он полностью отвечает всем этим требованиям, он полностью отвечает всем задачам, которые мы перед собой поставили. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем все-таки зайти на сайт Anticasting.net в первую очередь, изучить подробно все материалы и не бояться задавать вопросы, потому что мы всегда готовы помочь прийти на помощь и помочь вам организовывать первые антикастинг дни в ваших офисах и ваших СПО. Что же повышает активность человека, как вы думаете? Наверное, постоянное присутствие в зоне внимания людей. И мы точно будем в центре внимания всего интернета, если мы с вами будем размещать интересные контенты с таким прекрасным хэштегом, как антикастинг. Почему людям сегодня на данный момент это важно? Вы как представьте себя вне Oriflame. Вам наверняка хочется заниматься какими-то интересными вещами. У каждого из вас, я уверена, есть свое хобби. У вас есть свои увлечения. И вот сейчас подумайте о тех людях, которые находятся за пределами ваших команд, которые еще не зарегистрированы в компании. Ну,
если у нас не получается сейчас их приглашать традиционным способом, вы знаете, что в Oriflame есть масса прекрасных возможностей. Давайте пригласим их с другой стороны, открыв им новую сторону компании Oriflame. Ведь так замечательно, что мы работаем в такой социальной компании, которая не просто приглашает людей на бизнес, не просто помогает хорошо выглядеть, но при этом отвечает всем другим потребностям человека. То есть мы комплексно подходим ко всем интересам, ко всем жизненным необходимым запросам человека. Я думаю, что сейчас, приглашая людей именно в рамках проекта «Антикастинг», я уверена, что, во-первых, увеличится рекрутирование в ваших структурах, во-вторых, сам поток нового рекрутинга, он поможет увеличить и улучшить все другие бизнес-показатели. Я думаю, что для вас ни для кого это не секрет, потому что в нашем сейчас с вами студии собрались лидеры, лидеры с большой буквы. Ну и вроде бы как сложно, да, звучит это все, думаете, что не сможете. На самом деле механика очень простая, и я готова с вами поделиться этой механикой. Все, что кажется сейчас невыполнимым, на самом деле очень и очень легко. Вот буквально пошаговая инструкция. Что нужно сделать в первую очередь? В первую очередь мы рекомендуем зайти на наш сайт. Сайт, который был специально разработан для этого проекта. Anticasting.net. В этом сайте есть вся подробная информация. Но давайте мы сейчас пройдемся вместе с вами буквально по каждому пункту, который необходимо будет вам самостоятельно сделать. В первую очередь нужно подписаться на этот сайт. Далее, номинируйте на сайте как можно больше новых людей, друзей и знакомых. Организуйте мероприятия. Приходите на кастинг-дни в сервисных центрах и концептуальных центрах в нашей стране. Проводите свои антикастинг-дни и делитесь фотографиями в социальных сетях с хэштегом «антикастинг». Мы с вами сейчас зашли на виртуальную страницу нашего сайта. Как вы видите, мы можем выбрать любую страну и посмотреть, какие мероприятия будут организованы. Вот, к примеру, захотели вы узнать в России, какие мероприятия будут проходить, какие лидеры, каких городов и когда будут организовывать свои антикастинг-дни. Вы зашли, и вы получили эту информацию. Если вы хотите зарегистрировать свое мероприятие, это тоже очень легко. Вы просто заходите на сайт, регистрируетесь как организатор данного мероприятия, вводите ваши данные, такие как электронный адрес, рекномер и пароль, и после этого вам приходит активационная ссылка для подтверждения вашего аккаунта. Начиная с этого момента, вы начнете получать на свою почту, в первую очередь, пакет материалов. Там будет ссылка, которая будет вести вас на наше облачное хранилище OneDrive, в котором мы уже подготовили для вас огромный пакет материалов, информации, необходимые для дальнейших проведений мероприятий в проекте anticasting.net. Какие это могут быть материалы? Об этом мы сейчас вам расскажем более подробно. Что вы делаете дальше, после того, как регистрируете свое мероприятие? После подтверждения аккаунта у вас появится возможность создать мероприятие. Вы выбираете дату, вы выбираете время и указываете, какое это будет мероприятие. То есть пишите адрес, куда людям необходимо будет прийти. Хочу сразу тут отметить, что можно вносить несколько мероприятий, таким образом создавая календарь мероприятий. И что более прекрасное, наверное, в этой возможности, что доступный вам этот календарь будет всегда в любое время, и у вас будет возможность поменять, подкорректировать информацию даже за 3 дня до начала мероприятия. И люди, которые будут так же, как и вы, заходить на этот сайт, так же, как и вы, искать страну, в которой они сейчас проживают, в которой они хотели бы посетить мероприятие, они увидят в этом календаре, в общем календаре, ваше мероприятие. Если они захотят к вам прийти, вы об этом тоже узнаете, и к вам придет уведомление. Я думаю, что вот такие вот замечательные функции сайта, которые были настроены специально для вашего удобства, они будут благоприятно сказываться на том, чтобы ваше мероприятие прошло на высоком уровне. Обратите внимание, что после заполнения и сохранения всей информации она будет отправлена вам на почту для проверки. И ваше мероприятие появится на сайте спустя сутки, да, после этого вы сможете увидеть его в общем потоке мероприятий. И еще раз повторюсь, что данное мероприятие можно корректировать минимум за 3 дня до мероприятия. После этого никакие изменения, не надо будет вносить. Далее, что мы хотели здесь и на чем еще хотели сделать акцент. Очень важно, что
После того, как вы создадите свое мероприятие на сайте anticasting.net, вы получите ссылку вашего мероприятия. И эта ссылка будет уникальной. Вы ее можете рассылать по своим чатам, вы можете ею делиться в своих социальных сетях, вы можете ее отправить всем своим друзьям и знакомым. Кликнув на эту ссылку, они будут давать свое соглашение, что они придут на ваше мероприятие. Каким образом дается это соглашение? Они так же, как и вы, регистрируются на сайте anticasting.net, то есть указывают свой электронный адрес. И что более прекрасно, что этот электронный адрес появится и в вашем личном кабинете, так как вы организатор данного мероприятия. Вот таким вот образом у вас начинает собираться база контактов, состоящих из электронных адресов и имен данных участников. И эти данные вы сможете этими данными оперировать. То есть у вас будет возможность связаться с этими людьми, еще раз уточнить, придут они на мероприятие или нет. И также, конечно, сделать дополнительное приглашение для того, чтобы человек действительно оказался именно в вашем экспо или именно в вашем офисе. Количество гостей на мероприятии, я здесь сразу тоже хочу сделать большой акцент, может стать решающим фактором в определении победителя в конкурсе, который мы также запустили в рамках проекта «Антикастинг». О конкурсе я расскажу чуть позже, но сейчас именно здесь, когда мы говорим о гостях, о том, сколько у вас их будет, вы всегда можете эти цифры мониторить, они у вас будут в вашем личном кабинете. То есть те люди, которые заинтересовались вашим мероприятием, они оставляют свой электронный адрес и свои данные. И таким образом вы уже можете смотреть, сколько людей примерно у вас будет. И от этого отталкиваться и делать еще больше акцент на приглашение, если людей мало, или уже на содержание качественной подготовки самого мероприятия. Кстати, по поводу подготовки мероприятий, я хочу еще раз отметить, что мы всегда готовы помочь вам в этом смысле, приглашать своих региональных менеджеров на антикастинг не в ваших офисах. Мы вместе с вами готовы провести такие показательные дни для того, чтобы еще раз доказать, что мы с вами партнеры, что мы хотим нашего плодотворного сотрудничества так же, как и вы. И количество гостей, еще раз повторюсь, может стать решающим фактором в конкурсе для лидеров организованном. Какой пакет материалов мы для вас подготовили? В пакете материалов вы сможете найти презентации о компании, презентации о том, как провести антикастинг-день, полностью прописано, с чего начать, как продолжить, как закончить, сценарий для каждой тематической зоны, потому что сам антикастинг-день предполагает наличие нескольких тематических зон. В этом пакете инструментов вы найдете также видео, листовки и краткий бриф для фотографа, потому как вы понимаете, что основная цель антикастинга – это привлечение новых людей. Но привлечение через что? Через фотосессию, которую мы им предлагаем. Поэтому здесь очень важно, чтобы в вашей команде организаторов обязательно было несколько людей. Конечно, одному человеку можно провести это мероприятие, но мы не рекомендуем этого делать, потому что у вас есть на то ключевая ваша команда, люди, с которыми вы можете провести замечательно этот день, которые помогут вам его провести в первую очередь. Соберите 2-3 своих ключевых партнеров, распределите обязанности внутри вашей команды, кто и за что будет отвечать. Сядьте вместе, изучите сценарий, посмотрите, кому какая тема более близка. Пригласите фотографа, который будет снимать ваших гостей. И очень важно, чтобы фотографии были хорошие, потому что мы как раз человека приглашаем на фотосессию. Можно, конечно, снимать на телефон, но все-таки более правильным будет, если вы пригласите. Пусть это будет знакомый ваш фотограф, который сделает это за небольшую плату или, может быть, просто за ваше хорошее настроение. Может быть, вы как-то договоритесь другим способом. Но фотограф должен быть в вашем офисе в этот день, потому что вы людей будете приглашать именно на фотосессию. И после того, как вы начнете уже со своей командой организовывать данные мероприятия, у вас появится свой график коммуникации. Потому что сложно готовиться к мероприятию, если ты не знаешь, сколько у тебя людей будет проходить. Для того, чтобы активно влиять на количество людей, у тебя должна быть хорошая коммуникация. И хорошую коммуникацию ты можешь сделать несколькими способами. Ты можешь, как мы уже сказали, рассылать свои уникальные ссылочки, которые появятся у вас после того, как вы зарегистрируете мероприятие. Вы можете упоминать об этом в своих чатах и мессенджерах. Вы можете делать красивые посты в социальных сетях, на ваших личных страничках или страничках ваших команд. Вы сейчас задаете в чате вопрос о том, что если вы привлекаете фотографа со стороны, что мы ему пообещаем? Но в первую очередь вы ему сделаете хорошую рекламу, потому что столько людей узнают,
ну, тем более, если им понравится качество фотографий, я думаю, что они потом в дальнейшем будут в любом случае с таким человеком сотрудничать. Далее, я думаю, что это все-таки в первую очередь в наших интересах, не в интересах фотографа, потому что для него это будет просто работа. Я надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Если дополнительные комментарии будут, давайте после вебинара мы с вами созвонимся и обсудим это. Какие же у нас есть рекомендации по проведению антикастинг дня? В первую очередь мы говорим, что на это нужно все-таки посвятить целый день. На подготовку, на проведение и, естественно, завершение мероприятий. На постоянной основе должны работать 5 зон. Первая зона – это трендовый образ, который включает в себя такие понятия, как макияж, стиль, ароматы. Вторая зона – это фейс-йога. И в рамках фейс-йоги мы рекомендуем также использовать продукцию серии Novage. Мы рекомендуем сделать детокс-зону, там, где мы будем говорить про правильное питание. И у нас есть даже видеоролики о том, как лидеры проводили подобные дни и как они в зоне детокс-основы делали кулинарные мастер-классы, готовили трюфели из наших протеиновых коктейлей. У нас должна быть зона, организованная для деток. Потому что вы знаете, что сейчас очень много молодых мам, которые интересуются, которые развиваются и которые захотят прийти, но им не с кем будет оставить своих детей. Естественно, они придут со своими малышами. Чтобы малыши не мешали мамам узнавать новую информацию на зонах, которые вы для них подготовите, подготовьте маленькую зону для детей. Может быть, это будет карандаши и бумага. Может быть, это будет приглашенный аниматор или член вашей команды, который сможет с детками потанцевать, попеть. Но в любом случае, какая-то зона для детей должна быть организована. Это также позитивно скажется на решении мамы вступать в вашу команду или нет, если она будет видеть, что вы заботитесь не только о ней, как о госте и о потенциальном партнере, но и о ее ребенке, который пришел сегодня вместе с ней. И, естественно, самая последняя зона – это зона фотосессии, зона там, где будет проходить сама фотосессия, где будет фотограф снимать людей. Здесь очень важно организовать еще помощника, то есть человека, который будет ассистировать фотографу, который будет помогать фотографу с потоком людей. Мы предполагаем, что у вас будет достаточно много людей в офисе, и если кто-то из них будет пока на зонах, ваши ключевые партнеры будут рассказывать информацию, то какая-то часть уже направится к фотографу. И чтобы эта часть людей не мешала друг другу, нужно ассистировать фотографу и запускать к нему по одному человеку. Я думаю, это тоже вполне логично и понятно. Мы обязательно скинем ролики, и я еще раз повторю, что эти ролики есть уже на нашем облачном хранилище OneDrive. Вот примерно так должна выглядеть структура команды организаторов. То есть есть вы, владелец помещения, менеджер СПО, лидер. Есть ведущие стендов, это ваша ключевая команда, люди, которые будут закреплены за каждой зоной. И есть ассистент фотографа, о котором мы только что с вами поговорили. Так какой же конкурс мы объявили для менеджеров СПО? Буквально позавчера был вебинар для менеджеров СПО и для лидеров, и в рамках этого вебинара был объявлен конкурс. Сейчас на ваших экранах его краткие условия. Итак, что же вам необходимо сделать для того, чтобы оказаться в числе 8 лидеров-счастливчиков, которому мы, как компания, оплатим работу фотографа на сумму до 30 тысяч тенге? Для этого всего лишь нужно написать лучший бизнес-план по организации данного дня. Какой же бизнес-план? Из чего он состоит? В первую очередь создайте презентацию с описанием особенностей проведения вашего мероприятия. Покажите нам количество людей, которые уже подтвердили свое участие в вашем мероприятии. Опишите активности ответственных партнеров, опишите онлайн-поддержку мероприятия компании. Напишите нам, обязательно поделитесь своим бизнес-результатом, который вы хотите достичь. И отправьте презентацию вашему региональному менеджеру до 30 ноября. Здесь я не ошибаюсь, я говорю о том, что мы изначально объявляли дату 20 ноября, но сделайте для себя пометку. Мы заявки принимаем до 30 ноября, то есть у вас очень много времени для того, чтобы собраться и решить, вы будете пользоваться данным инструментом или будете наблюдать, как кто-то начал пользоваться этим инструментом и уже начинает получать свои плоды первые. Что еще мы предлагаем как компания? Мы предлагаем тем лидерам, которые будут проводить собственные антикастинг-дни, фотосессии или которые будут активно участвовать в мероприятиях региона,
помощь. Они могут при поддержке нашей компании провести фестиваль «Красота как образ жизни», в рамках которого также могут предоставить выставку лучших фотографий со своих антикастинг-дней. Для этого необходимо провести свой антикастинг-дней 3 декабря. Вы знаете, что 3 декабря это будет глобальный антикастинг-день, который пройдет буквально во всех городах нашей страны, в особенности в 3 крупных городах – в Алматы, в Шымкенте и в Астане. Принимайте активное участие в подготовке данных мероприятий, регистрируйте наибольшее количество фотосессий в своем регионе и, конечно, соответствуйте всем нашим этическим требованиям. И после этого будет такая вот замечательная возможность провести «Красоту как образ жизни» фестиваль при поддержке нашей компании. Еще раз пройдемся по механике кратко. Я ее специально вывела на отдельный слайд для того, чтобы вы понимали, что несмотря на то, что мы сейчас так много информации вам дали, механика очень и очень простая. Она состоит всего из нескольких пунктов. Вам достаточно эти пункты запомнить для того, чтобы развернуть эту тему масштабно. Ну и, как я сказала, я просто хочу сейчас уточнить по времени, когда и где будут проходить данные мероприятия. Еще раз повторюсь, что в Алмате данный антикастинг-день будет проходить в концептуальном центре, в Шымкенте будет проходить в сервисном центре Шымкента, а в городе Астана будет проходить в гостинице «Wyndham Garden». Приходите, приводите своих гостей. Я думаю, что здесь еще раз сделаю акцент на том, что нужно приводить именно новых людей, потому что нет смысла приводить тех людей, которые уже зарегистрированы в команде, потому что эти люди уже должны приводить своих новых гостей. И в завершении данной именно темы хотелось бы сказать, что это отличный инструмент не только для рекрутирования, но и для укрепления вашего сообщества вместе с нашей компанией. Вы, наверное, видели, что сейчас очень много роликов в начале этого мероприятия мы поставили от топовых наших лидеров, которые уже приняли участие в данном проекте, которые уже номинировали своих людей в номинациях, как видели видеономинации, они сделали. Есть возможность писать истории на нашем сайте. И это очень важно, потому что человек, который получит такую обратную связь, он в любом случае останется лояльным именно к вам. Но у нас на этом новости не заканчиваются. Как вы знаете, мы объявляли глобальную рекрутинговую кампанию, которая уже длится у нас несколько каталогов. В 16-м каталоге мы вновь запускаем новые условия для новичков. То есть мы говорим о том, что любой человек, который желает присоединиться к сообществу людей, влюбленных в красоту, может сделать это бесплатно при заказе в 25 бонус-баллов в день регистрации. Очень важно сейчас всем спонсирующим лидерам принять во внимание, что в 16-м каталоге у них также будет возможность сделать это бесплатно. Плюс ко всему прочему, у новичка, как и прежде, остается возможность участвовать в стартовой программе, которая представляет из себя 4-ступенчатую программу. И вы знаете, что продукты, представленные в ней, они лучшие продукты в Oriflame, одни из лучших, это бестселлеры, которые сейчас новичок может купить по специальной цене всего за 990 тенге со скидкой более чем 80%. Я думаю, что это уникальное предложение, которое вы обязательно должны продавать при приглашении людей в нашу компанию. И более того, хотелось бы сказать, что человек, новичок, который прошел первый шаг стартовой программы, может получить нашу легендарную новинку, парфюмерную воду The One, всего за 590 тенге. Что касается людей, которые являются приглашающими спонсорами, то есть те люди, которые приглашают из своего собственного личного кабинета, то они могут по данной программе рекрутинговой акции могут получить аксессуары из красной коллекции. Я думаю, что кто-то уже начал ее получать и уже наверняка поняли, насколько она качественная, красивая, стильная и отвечает всем требованиям современной женщины. Данную коллекцию можно приобрести, если вы приглашаете более двух людей. Вы пригласите более двух людей, проведете их через шаг первой стартовой программы, вы получите за 590 тенге сумку. Вы проведете более трех людей через первый шаг стартовой программы и получите часы из красной коллекции, также всего за 590 тенге. При возможности подключения более 4 людей и проведения их через первый шаг стартовой программы, вы получите клатч с брелоком из красной коллекции всего за 590 тенге. И особый акцент, особое внимание мы хотели бы уделить бьюти-боксу. Мы напоминаем, что все те люди, которые пригласили более 2 людей
в каждом из трех каталогов 14, 15, 16, и которые помогли и будут помогать им проходить шаги первой стартовой программы, они станут обладателем красного бьюти-кейса всего за 590 тенге в дополнение ко всей предыдущей собранной коллекции. И для лидеров программа остается такая же. Лидерам необходимо быть старшим менеджером по итогу 15-го каталога и находиться на уровне 22%, приглашать в следующем каталоге, в 16-м каталоге, более 10 новичков, также помогать им пройти через стартовую программу, через шаг первый в первую очередь, конечно, и топ-25 лидеров смогут получить планшет всего за 590 тенге. Планшет, вы сами знаете, что это необычный планшет, который можно купить в любом магазине. Планшет, он индивидуальный, уникальный, потому что он идет с автографами основателей нашей компании. Я думаю, что это первая причина, по которой стоит приглашать людей, для того, чтобы такой уникальный гаджет оказался в ваших руках. Но и это не все. На десерт я оставила одну очень классную новость. Я думаю, что она всех вас возбудит, и сейчас будет возможность после вебинара начать поток звонков, и я уверена, что вы даже не дождетесь окончания вебинара и уже начнете рассылку с этим уникальным предложением. Наверняка есть новички, которые пришли к вам в период каталогов 11, 12, 13, 14. Есть такие люди? Уверена, есть. Они еще не разместили ни одного заказа с датой регистрации? Тогда это предложение для них. Обязательно позвоните и сообщите им о том, что сейчас при размещении заказа на 50 бонус-баллов и более в 16-м каталоге у них появится возможность приобрести замечательную тушь The One, легендарную тушь, которая обладает уникальной щеточкой, которая ультра удлиняет ресницы всего за 99 тенге. Вы можете себе представить эту цифру, эту сумму? Я думаю, что да, новость действительно шикарная. Обратите внимание, возьмите все свои распечатки, посмотрите, где ваши новички, которые не стали еще рекрутами, помогите им разместить этот заказ, и пусть они станут обладателями такой классной туши от нашей компании. Еще раз благодарю вас за внимание и передаю слово человеку, который вам более подробно расскажет о том, как увеличить активность в ваших структурах за счет драйверов нашего каталога. Встречайте в нашей студии Миру Джексалыкову, старшего тренера по продукции компании Oriflame. Мира. Всем добрый день, всем привет. Действительно, каталог 16 полон и очень интересных инициатив, очень интересных информаций. Всем этим необходимо, конечно же, воспользоваться. До меня проговорили, что очень важны бизнес-показатели, как рекрутирование, реактивация и, конечно же, активность, потому что от этого будет зависеть, насколько эффективно мы отработаем каталог. В конце концов, сколько в конце каталога мы на банковский свой счет получим денег. И чем больше активность в структуре, тем больше наши зарплаты, да, то есть выплаты, бонусы, которые мы получаем в конце каждого каталога. Поэтому в интересах каждого лидера, конечно же, очень сильно с первого дня запустить каталог 16. Для этого есть очень много инструментов, очень много причин для того, чтобы это сделать. Да? Причем это очень легко и само собой будет получаться. Поэтому очень важно держать это в фокусе, отработать это вместе со своей командой, и, конечно же, тогда у вас все получится. Хотела бы начать именно с акции активности, которая у нас началась уже в 14-м каталоге, медальный зачет, потому что именно эта программа позволила нам увеличить лояльность наших консультантов, наших клиентов, да, делать заказы из каталога в каталог. Обратите внимание еще раз, сколько консультантов ваших активировать, сколько спящих ваших консультантов сделали в этом каталоге заказ. Если не сделали, то обязательно обзвоните, обязательно сделайте смс-рассылку, WhatsApp-рассылку. У всех у вас есть возможность отслеживать, управлять своей структурой через сайт, через приложение, через информационный лист, да, то есть кому как удобно. И, конечно же, видеть, кто был активен, а кто нет. Напоминайте каждый день, какие продукты входят в программу акции «Медальный зачет». Для того, чтобы еще более подробно узнать, да, об этой программе, немножко хочется остановиться. Это акция «Лояльность». Задача здесь – покупать продукты из каталога, которые
которые отмечены медальками. Если просматривать 15-й каталог, то вы будете на некоторых разворотах видеть продукты, которые отмечены медалями. Они бывают разные: 10, 11, 7, 8. И вот сколько медалька как отмечена, то есть столько вы копите в программу «Медальный зачет», который позже, конечно же, вы в следующем каталоге, в следующие два каталога, можете их обменять на подарки, награды. Поэтому давайте мы посмотрим, какие продукты будут отмечены медальками в каталоге номер 16. Конечно же, это наша легендарная серия The One и Giordani Gold. Да? То есть это самые популярные продукты, самые продаваемые, бестселлеры наши, конечно же, из этой категории. И они будут отмечены медальками. Очень важно, конечно же, рассказать преимущества и уникальность этих продуктов. Помимо того, что они предложены в каталоге 16 по очень выгодным ценам, невероятные скидки, невероятные ценовые предложения, привлекательные, перед которыми просто тяжело устоять. Не надо останавливать себя, останавливать своих партнеров, обязательно, конечно же, заказывайте. Какие мои рекомендации? Да? Проводите различные активности накануне Нового года. Всем интересно, все хотят в новогодний вечер, да, в новогодний праздник быть очень красивыми. И вот эта вот тема новогоднего макияжа, она будет актуальна. Поэтому можете в своих офисах, в своих СПО, в сервисных центрах проводить подобные вечеринки, подобные мероприятия, подготовку, не знаю, там, новогоднего макияжа. И, конечно же, продемонстрировать те продукты, которые отмечены в первую очередь медалями, но и предложены также в каталоге 16, да, то есть это как идеи. Конечно же, как компания мы будем делать различные посты в Телеграме, поэтому тоже следите за постами Oriflame Казахстан официального нашего канала, потому что именно там мы будем очень подробно, очень интересно рассказывать о наших продуктах. Но, тем не менее, в конце вебинара вы можете получить эту презентацию, заскринить, например, эту фотографию, да, то есть этот слайд, и уже знать, какие же продукты будут отмечены в 16-м каталоге медалями. То есть, заказывая их, вы будете копить медали. В последующем вы будете, соответственно, получать продукты-награды, в том числе и ароматы. Посмотрите, какое огромное количество ароматов отмечены медальками. Да? То есть 5 ароматов женских, 6 ароматов мужских. Причем те ароматы, которые являются бестселлерами продаж, рейтингов всех, да, и любимы всеми нашими партнерами, клиентами, консультантами. Это те ароматы, попробовав один раз, да, хочется заказывать их постоянно и каждый раз. Проводите аромавечеринки тематические. Первые продукты, которые должны стоять на столе, на каких-то стойках, да, то, что вы должны демонстрировать, это, конечно же, продукты, которые представлены в каталоге 16, в первую очередь с медалями отмечены, да, медалями отмечены, и в вторую очередь они, конечно же, предложены по очень-очень выгодным ценам. Поэтому не упускайте эту возможность. Сейчас как раз-таки тема Нового года. В 16-м каталоге в основном все будут делать заказы, покупать эти подарки, потому что заранее мы готовим подарки для своих близких, знакомых, родных и так далее, потому что уже в декабре мы будем копить деньги на новогодний стол. Мы об этом не забываем. Еще один момент, куда, где смотреть, где отслеживать накопившие медали, да, то есть как отследить, сколько медалей мы накопили, сколько из них мы можем обменять, а сколько прогорят, да, если мы их не используем. Напоминаю условия, накопившие медали вы можете обменять в последующие два каталога подряд. Если вы их не успели обменять, то, к сожалению, эти медали будут сгорать. Но ни в коем случае не допустите этого и отслеживайте свои накопленные медали на сайте. Здесь указан путь. Вы заходите через свой логин и пароль в раздел консультантов, в блок «Мой бизнес» и, конечно же, ищите управление структурой, отчет по структуре и медальный зачет, баланс по периодам. И здесь вы можете видеть, сколько медалей было накоплено в каталожном периоде, сколько медалей активно в текущем каталоге и сколько из них вы обменяли. Если обменяли, если нет, то сколько можете. Ну и, конечно же, прогоревшие медали тоже будут указаны. Поэтому не допустите до этого момента, отслеживайте своевременно. Помимо этого, вы видите эту информацию у себя на информационном листе, да, и обменивать эти подарки. Какие продукты-награды? Вот эти продукты-награды
вы их обмениваете на накопленные медали. Например, купив некоторые продукты в каталоге 15, если вы накопили 5 медалей, то, например, в 16-м каталоге вы вот в категории за 5 медалей можете выбрать один продукт из предложенных трех. Да, это может быть гель для душа, это может быть крем для рук, или же это смягчающее средство Tender Care. Один, не все три. Да, то есть один продукт за 5 тенге вы обмениваете на накопленный медаль. Если вы накопили 15, из категории 15 вы можете обменять на один продукт или же из категории за 5 медалей на все 3 продукта. Я думаю, что логика ясна, очень легко воспринимается. И знаете, это такая игровая форма, которая, конечно же, будет интересна как вашим консультантам, партнерам. Возможно, даже клиенты могут воспользоваться этим предложением. Но и вам самим очень удобно будет отслеживать эту активность. Поэтому воспользуйтесь обязательно, делитесь этой информацией, привлекайте всех своих спящих консультантов. Это нужно для того, чтобы вы максимально разбудили своих спящих консультантов, максимально привлекли внимание консультантов, которые не были активны в каталоге. Даже новички ваши, которые присоединились, для того, чтобы еще больше дать мотивации, чтобы они сделали свои первые 25 ББ заказа, конечно же, можете тоже привлекать в эту акцию. Давайте посмотрим, что же интересного есть в каталоге 16. Конечно же, главная тематика – это подготовка к Новому году. Есть предложение, с которым мы привлекаем внимание, это драйв. Это интересные, выгодные предложения, это наборы, где вы будете видеть столько продуктовых наборов, как не в новогоднем каталоге. Ну и, конечно же, на чем мы зарабатываем. В этом каталоге представлены новинки, очень много новинки, которые очень, красиво можно будет вручить именно в качестве новогоднего подарка. Первый, конечно же, набор – это набор по уходу за телом Essence Co. В первый раз этот набор был представлен у нас в 2016 году в каталоге. В эти продукты были влюблены практически все с первого взгляда, с первого, скажем так, да, аромата, потому что это действительно продукты премиум-класса. Его дизайн, его упаковка, его запах, его текстура – все привлекает в этом продукте с первого взгляда, с первого прикосновения. К тому же этот продукт будет представлен набор Essence Co. с новым ароматом магнолии и инжиром с 60% скидкой. Не упустите эту уникальную возможность. Сейчас период корпоративных продаж. Очень много предприятий, очень много компаний, которые будут искать для своих партнеров, сотрудников, для коллег, для всех-всех-всех подарки. Поэтому для нас мы должны быть первыми. Не надо ждать декабря, не надо ждать 17-го каталога. Сейчас идите, стучитесь, давайте каталоги, делайте предложения, показывайте все эти продукты, да, давайте им тестировать, проводите какие-то мини-пати, потому что именно эти люди организуют вам продажи как раз-таки в новогодние каталоги. Следующий, конечно же, драйвер каталога – это наша легендарная румяна в шариках Giordani Gold. Об этом продукте знает буквально каждый, да, консультант, каждый клиент, который когда-то что-то покупал, потому что действительно легендарный продукт. Каждый шарик собирается вручную. Это... Состав всего продукта доставляется исключительно только с Италии. Уникальность в том, что этих румян шариков хватает на очень-очень долгий период. И ты получаешь действительно очень нежный, красивый макияж, причем обладая совсем минимальными навыками, да, нанесения там макияжа или использования декоративной косметики, потому что каждый шарик позволяет вам получить максимально естественный оттенок. Это драйвер этого каталога. Для того, чтобы заполучить 65% скидку, конечно, нужно выполнить условия каталога. Отличное предложение. Обязательно рассказывайте своим спящим консультантам. Ну и выгодные предложения, которые есть в каталоге, это парфюмированные наборы. Как ни аромат является ценным, долгожданным подарком для каждой женщины, для каждого мужчины, а если же он сопровождается еще и парфюмированными какими-то продуктами, как, например, лосьон или крем, или же какие-то другие сопровождающие продукты, то это бесценно, это красиво, это очень
очень дорого и как раз-таки отличный вариант для корпоративных продаж. Поэтому тоже делайте рассылки, делайте, проводите мероприятия, показывайте варианты оформления подарков. К тому же в этом каталоге компания сняла специальный видеоролик по тому, как нужно красиво, креативно и можно оформить наши подарки с участием наших экспертов и, конечно же, стилиста Романа Белоснежного. Все эти видеоролики у нас доступны на нашем официальном YouTube-канале и на нашем сайте. Поэтому смотрите, заряжайте вот этой позитивной энергией своих партнеров и тоже креативьте на тему креативного оформления подарков. Конечно же, популярные продукты также будут представлены в каталоге по очень глубокой скидке. К тому же, в период 16-го каталога еще один инструмент активации, да, своей структуры – это зимняя распродажа, сезонная распродажа продуктов. Что для этого нужно? Конечно же, каждый консультант, разместивший единовременный заказ на 25 баллов бонусов и более, заметьте, единовременный заказ, получает возможность приобрести любые три продукта из разворота, да, из нашего лифлета. Это продукты, которые ранее были представлены в различных наших акциях. Цены на эти продукты очень привлекательные. Да? То есть эти продукты никто нигде не сможет приобрести, кроме как этой зимней распродажи. Поэтому сюда привлекайте обязательно своих стартеров, которые зарегистрировались в 15-м каталоге, но еще не разместили заказ. Для того, чтобы их активировать, обязательно привлекайте. Соответственно, если же стартер делает заказ на 50 баллов бонусов, он еще и получает уникальный подарок тушь по этой же акции. То есть он убивает два зайца сразу же одновременно. Да? Поэтому эта зимняя распродажа еще один рычаг, еще один, скажем так, повод сделать звонок, напомнить, активировать и сделать заказ. Сделайте следующим образом. Да? Распишите варианты для консультанта или же для вашего стартера, что он получит, разместив заказ на 25 баллов бонусов, на 50 баллов бонусов и на 100 баллов бонусов. Когда это визуально все будет прописано и просчитано, уверяю вас, не будет ни одного человека, который не устоит над этим предложением и не сделает заказ. Потому что выгода будет очевидная. Она будет не 90%, не 100%, а целых 200% выгоды от проделанного заказа. Конечно же, у нас есть книга красоты. Это сезонная, квартальная книга. В этом каталоге, в 16-м каталоге, запускается зимняя книга красоты. Потрясающие новости, интересная статья, невероятные истории. Запуски квартальные, конечно же, главный запуск этого каталога – это антикастинг-программа. Интервью с Ириной Горбачевой. Это, конечно же, наша новая продукция, наша новая серия «Новейджмен», о которой мы будем говорить на протяжении следующего года. Очень интересные, полезные статьи по wellness-категории. Поэтому заказывайте эти книги, обязательно делитесь своими партнерами, консультантами с выдержками из этой статьи. Для вас это повод, контент как раз-таки для очень интересных постов в социальных сетях, например, в чатах, в телеграмах, да, то есть для того, чтобы быть интересной своей публике, не только просто скидками, подарками, да, но и какой-то полезной, интересной информацией. Ну и, конечно же, ключевая новинка этой книги – это Novageman продукция. Я думаю, что наши мужские половина наших консультантов, клиент будет очень рада такой продукции. Ну и, конечно же, хочется сказать, что наши продукты не только интересные, не только выгодные, но и занимают лидирующие позиции, побеждают в каких-то номинациях. Например, наши ароматы участвуют ежегодно в конкурсе FIFI Russian Fragrance Awards. Именно там они занимают позиции, да, то есть номинации. Например, в 2016 году аромат My Destiny получил номинацию Love Style. Или же Excite Force в 2015 году. Также мы с российская награда товар года, но и в Казахстане мы получили
подобную аналогичную награду с серии бренда Novage. Wellness-категория занимает у нас номинации. Да, то есть это те факты, это те преимущества, о которых мы должны говорить, рассказывать и, конечно же, этим делиться. Именно на эти факты и интересные информации будут приходить наши клиенты, и они будут лояльными очень-очень долгое время. Соответственно, будут делать заказы у вас в каталоге. Конечно же, всем огромное спасибо. И хочется напомнить, что вся подробная информация о продукции, полезные макеты, полезные статьи, информация про Novage, про Wellness, все есть в облачном хранилище. Уважаемые партнеры, сейчас 21 век, мир технологий, интернет рулит всем. Все материалы не нужно с собой таскать флешки, не нужно с собой таскать какие-то диски. С любого устройства, с любого гаджета вы можете зайти в облачное хранилище и получить в ту же секунду полезную, нужную, необходимую, актуальную информацию. Как по бизнесу, как по продукции, а также какие-то интересные локальные, сезонные, например, презентацию или же иллюстрацию для ваших постов, для ваших социальных сетей и для ваших сайтов. Поэтому заходите, копируйте, сохраняйте эту ссылку у себя в активном браузере, заходите и загружайте себе всю полезную информацию. Пользуйтесь этой возможностью, потому что если вы будете пользоваться, будут пользоваться ваши консультанты, ваши партнеры, и они также будут подкованы, да, информацией, актуальной ежекаталожно. А помимо этого, мы каждый каталог проводим продуктовый вебинар, потому что понимаем, чтобы больше разбираться в продукции, больше быть экспертом в этом области, да, не только в бизнесе, но и в продуктовой части, очень важном. И этому поможет, конечно же, продуктовая информация, которую мы оказываем в виде презентации, в виде статей на сайте, ну и, конечно же, в виде вебинара, да, онлайн-вещаний от наших экспертов. Поэтому заходите, загружайте, сохраняйте график вебинаров и участвуйте не только вы сами, но и вместе со своими партнерами, клиентами, консультантами. Даже клиентам можно высылать график вебинаров, чтобы они заходили, слушали и узнавали что-то для себя, потому что вебинар проходит не только с точки зрения, сколько ББ у продукта, да, но и как его можно применять в обычной жизни, в чем ее уникальность. В принципе, все. Хочется еще раз напомнить, что держите в фокусе обязательно активность 70%. Если меньше, то меньше денег. Если больше, то больше денег вы получите в конце каталога. С помощью каких мероприятий? Проводите бьюти-бокс-вечеринки, арома-вечеринки, мастер-классы какие-то. Мастер-класс по оформлению подарков – тоже очень отличная идея. Сессии по уходу за кожей, сессии wellness-клубов. Да, какие-то. Не забывайте, что сейчас сезон корпоративных продаж. Корпоративных подарков. Воспользуйтесь этой возможностью, обойдите все ближайшие какие-то большие организации, в маленьких, больших городах они всегда есть, и каждый руководитель, да, каждый сотрудник будет думать, что же подарить коллеге, партнеру, боссу и так далее, и так далее. Поэтому для вас сейчас повод огромнейший, чтобы процент активности был не 70, а даже больше, да, то есть может быть даже 100. Поэтому проводите мероприятия и делайте эти активности. А сейчас, например, чтобы в каталоге 15 все пришедшие консультанты все же были активными, все же стали рекрутами, обязательно обратите их внимание на продуктовые наборы. Да, то есть мы в чате, вы, скорее всего, же от АСМов, от региональных менеджеров получали подобные макеты. Это пример тому, как можно создать продуктовую корзину, показать выгоду, если он будет покупать его как клиент или же будет покупать как зарегистрированный, да, консультант. Соответственно, выгода очевидна. Сюда входит очень много продуктов, которые в обычном магазине ему обойдется, возможно, в 2 раза больше. Поэтому показывайте продуктовые корзины, пусть они активируются, делают заказы на 25, 50, 100 баллов бонусов и будут счастливы все. Всем огромное спасибо. Успешных продаж. Передаю дальше микрофон.
Мира, спасибо огромное тебе за такие потрясающие новости. Ты действительно умеешь вкусно преподнести информацию, что нам захотелось уже побежать и поскорее выбрать для себя продукцию из нашего каталога. Ну а сейчас продолжение слов Мира. Мне хотелось бы показать, как это делают уже наши лидеры, как они запускают, к примеру, программу «Медальный зачет» в свои структуры. Обратите внимание на высокий профессионализм, который сейчас наши лидеры уже взяли для себя как норму при построении новых видеороликов. Ваше внимание на экраны. Благодарность нашему лидеру Жанагульту Якбаевой, директору нашей компании, которая сейчас проживает в городе Кульсары и успешно развивается по нашему плану успеха благодаря тому, что использует такие замечательные инструменты, которые предлагает компания. Ну и сейчас мне хотелось бы также еще поделиться одним видеороликом, который подготовила для нас уже старший менеджер из города Алматы. Ролик касается темы рекрутирования. Давайте сейчас посмотрим на экраны и послушаем Айнуру Насырову, нашего нового старшего менеджера. Спасибо вам огромное за замечательный видеоролик, которым вы поделились, и за ваше обращение. Успехов также мы желаем и вам. Ну, как вы знаете, дорогие наши партнеры, мы делаем акцент сейчас и на рекрутинге, и на активности, и очень важно на наших сообществах. Сообщество вы можете построить благодаря нашим активационным кампаниям и программам, таким как антикастинг. А вы готовы посмотреть лидеров наших топовых глобальных лидеров, которые уже сняли свои ролики в проекте антикастинг? И сейчас мы также готовы поделиться с вами данными роликами. Встречайте в нашей студии Нурию Ахметову и ее видеономинацию в этом проекте. Лидер, надеюсь, вам понравились наши видеоролики, которые мы подготовили. Уверена, что все вы взяли для себя курс на успешное рекрутирование, на высокую активность в ваших структурах, ну и, конечно же, на участие в нашем проекте «Антикастинг». Будьте в теме, будьте в тренде. И сейчас я хотела бы передать слово менеджеру по клиентскому сервису Оксане Дзигай, которая выступит с изменениями по нашим сервисам. Оксана. Добрый день, уважаемые партнеры. В преддверии самого ожидаемого каталога и самого хорошего каталога я хочу познакомить вас с изменениями, которые ожидают вас в сервисе. И первое изменение, на которое я хочу, чтобы вы обратили внимание свое и внимание ваших клиентов и консультантов, это изменение в сервисе размещения заказа с получением через Казпочту наложенным платежом. С нового каталога, буквально уже с 19 ноября, на сайте будет отображаться не один пункт доставки Казпочта наложенный платеж, а он будет разбит на области. И для того, чтобы разместить заказ именно в свою область, необходимо будет выбрать соответствующий пункт. Ну, например, Казпочта наложенный платеж, Атырауская область. Если вы получать будете заказ, соответственно, например, в Карагандинской области, то выбирать нужно пункт Казпочта наложенный платеж, Карагандинская. Следующие изменения, которые мы внедряем со следующего каталога, с 16-го каталога, это изменения в экспресс-доставке. Я думаю, что этот сервис полюбился уже вам, и теперь вам не нужно будет рассчитывать, сколько будет стоить вам доставка, поскольку раньше у нас стоимость доставки была в процентах от суммы заказа. С 16-го каталога стоимость доставки будет 800 тенге для заказа, и при этом у вас будет возможность воспользоваться сервисом «Продукт за доставку». Хочу напомнить вам, что экспресс-доставка заказов по Казахстану доступна только в областных центрах. И эта информация есть на сайте. Пожалуйста, рекомендуйте вашим консультантам, клиентам, которые желают воспользоваться этой услугой, обязательно ознакомиться с ее условиями. И последнее изменение, о котором я хочу вам рассказать, это изменения в регистрации несовершеннолетних. Как вы знаете, для прохождения верификации несовершеннолетних необходимо было загрузить в личном кабинете копию свидетельства о рождении. А теперь, помимо свидетельства о рождении, необходимо будет загружать заявление от одного из родителей, так называемое разрешение, да, на работу, и, соответственно, документ, удостоверяющий личность, также одного из родителей.
Я надеюсь, что эти новости будут для вас полезны, и вы обязательно поделитесь ими со своими консультантами. И сейчас я передаю слово региональному менеджеру по продажам Елене Алмаевой. Добрый день, уважаемые бизнес-партнеры. Рада вас приветствовать. Мой блог посвящен квалификациям. Итак, что же нас ждет? Сразу хочу вас предупредить о том, что вся моя презентация построена на данных, которые символизируют новые достижения по плану успеха. Благодарим от лица компании всех спонсоров за качественную работу и сопровождение партнеров по квалификациям на мероприятиях. Итак, держим фокус. О чем важно говорить в эти моменты? Посмотрите, пожалуйста, у нас идет квалификация на бизнес-завтрак. И я хотела бы здесь такой акцент сделать, что участников могло быть два раза больше. Изначально это было 750 наших консультантов, растущих менеджеров, но всего 346 выполнили условия 150 баллов личного заказа. Это такой момент, над которым нам нужно работать и в дальнейшей квалификации отслеживать для того, чтобы максимальное количество растущих, желающих преуспеть в бизнесе, наших партнеров, достигали желаемых результатов. Итак, до 25 ноября мы ждем подтверждения от ваших менеджеров. Надо определиться с местом, в каком городе они примут участие в бизнес-завтраке с руководством, в этой уникальной встрече. Напоминаю, что встречи пройдут у нас в городах Астана 2 декабря, в Шымкенте 3 декабря и в Алматы 10 декабря. Встреча уникальная, встреча незабываемая, мотивационная, с большими перспективами. Идем дальше. И у нас прекрасные есть новости о том, что 1078 менеджеров, которые сейчас идут по квалификации на менеджерскую конференцию, уникальном предложении на рынке MLM. Oriflame – единственная компания, которая предлагает именно поездку на этом уровне для растущих партнеров. Итак, идем дальше. Посмотрите, какая удивительная природа, средневековая архитектура, Лазурное море. Все это будет у ног наших уважаемых партнеров. Что важно отследить в квалификации на конференцию для менеджеров? Посмотрите, уровень отслеживаем, личное выполнение баллов, бонусов отслеживаем, два квалифицированных рекрута и особенный фокус. Посмотрите, пожалуйста, стрелка направлена на суммарное количество за весь период квалифицированных рекрутов. Это главный фокус 16-го, 17-го и первых каталогов, то, что мы будем дальше отслеживать. Для предложения для директоров, посмотрите, 2-4 менеджера, это путевка за 300 евро, 5 менеджеров, бесплатная поездка, но здесь тоже важный акцент, эти менеджеры должны быть из разных спонсорских цепочек. Идем дальше. И квалификация на банкет директоров, это светское мероприятие, ежегодное. Эта цифра на слайде 97, не пугайтесь, я в самом начале своей презентации об этом сказала. Это только цифра новых званий, обратите внимание, которые идут по квалификации на это мероприятие. Уважаемые партнеры, здесь я должна сделать акцент на то, что квалифицироваться на банкет директоров можно по двум условиям. Либо новое звание, и 16-й каталог является крайним для того, чтобы открыть это новое звание и квалифицироваться, и быть на сцене с чеком и получать овации, либо переквалифицироваться. И условия переквалификации вы можете самостоятельно запросить у АСМ Камтул, где отображаются все квалификации, спросить свой план, посмотреть, какой факт сейчас у вас на данный момент в данном каталоге, либо на сайте. Итак, 16-й каталог – важный каталог для того, чтобы открыть новое звание и блистать на сцене подборной овации самых лучших партнеров компании Oriflame. Продолжаем. И сейчас на слайде вы видите, это тот самый отчет Камтул, скрин экрана. Посмотрите, пожалуйста, здесь изображены все квалификации, и банкет директоров, и золотая конференция, и даже предстоящая бриллиантовая исполнительная конференция. На сайте ссылку вы видите. Если нужна более подробная информация, обращайтесь к АСМ, мы с удовольствием вам поможем с этим вопросом. Все новые звания, которые квалифицируются до 10-го каталога 2018 года, получают такие преимущества, кроме премии гарантированной, соответственно,
званию плюс 200 тысяч тенге. Дополнительный бонус от компании Oriflame. Это такое невероятное предложение, которое должно мотивировать всех и каждого. Идем дальше. Очень важно заключение маркетингового договора с компанией Oriflame, чтобы получить и премию, и все перечисления, заслуженные вами и вашими партнерами. Идем дальше. 84 новых золотых директоров сейчас в открытой квалификации. Отдельный комплимент, отдельный акцент, должна сказать, спонсорам и вышестоящим топовым лидерам. Браво, аплодисменты. 56 из этих лидеров впервые открыли звание золотого директора в каталоге номер 14. Наши поздравления и пожелания легкой квалификации. Мадрид ждет вас. Вас ждет квалификация. Поддержание уровня всего 7 периодов, и ваша мечта исполнится. Путешествуйте с Oriflame, вы этого достойны. Идем дальше. У нас на слайде также предоставлен отчет Comtool лидерский, где все квалификации отображены, и квалификацию на сайте вы также можете посмотреть по данной ссылке. Сейчас я хочу предоставить слово Пальчуновой Ирине, которая делает видеообращение ко всем участникам данной встречи. Внимание на экран. Спасибо, мы принимаем ваше приглашение. Действительно, до встречи в Мадриде. Солнце Испании будет греть нас своими лучами. Переходим к следующей квалификации. Это бриллиантовые исполнительные конференции 2019 года. И мы с вами летим на другой континент. То, что дает нам уникальную возможность от компании Oriflame. Сидней, город-сказка. Это правда. Здесь должна сделать маленький комментарий о том, что даже сапфировый директор, выполнив план по группам, и это будет его первая поездка на бриллиантовую конференцию, это уникальная возможность для каждого из вас, кто работает над своими квалификациями. Итак, сапфировый директор впервые, первая поездка может быть на бриллиантовую конференцию с квалификацией по группам. Если вас эта новость заинтересовала, если вы впервые об этом слышите, обращайтесь к КСМ, мы вас сопроводим и дадим вам план по успешной квалификации. И, конечно, исполнительная конференция – это Gold Coast – город мечта. Добро пожаловать! Все мечты исполняются с компанией Oriflame. И до встречи в Австралии! Переходим к нашим программам, мероприятиям. И сейчас, внимание на экран, ролик об Австралии. Как это будет замечательно! Я думаю, что многие со мной согласятся, великолепное приключение всех нас ждет в 2019 году. И для того, чтобы квалифицироваться в новом звании бриллиантового директора, открывайте звание в пятом каталоге 2018 года. И еще раз, жирными буквами в своем ежедневнике обведите пятый каталог 2018 года. Я бриллиантовый директор, я еду в Сидней. И для того, чтобы успешно квалифицироваться со стороны компании, мы организовали график в наших сервисах, центрах от АСМ для того, чтобы все эти мероприятия нацелены на развитие профессиональных навыков наших партнеров. Обращаю ваше внимание, здесь идет акцент и на ключевые бизнес-показатели, и также мы будем говорить о продукции. У нас будет единый день антикастинг, у нас будет бизнес-завтрак, у нас будет незабываемый 16-й каталог. Это мероприятие центрального офиса. Идем дальше. Мероприятие южного бранча. Посмотрите, какие активности. Фейс-арпию, экспрессом к мечте и онлайн-навыки успешного лидера – это неизменные наши ключевые тренинги, которые классика жанра, которые выращивают из наших новичков, перспективных менеджеров и далее лидеров. По северному бранчу посмотрите, пожалуйста, какие активности есть. Хочу добавить, что 2 декабря будет проведена Академия Oriflame 2. Подавайте заявки. Очень классные тренинги, очень классные профессионалы АСМы будут вам читать эти материалы. Вы много полезного возьмете для себя и для ваших команд. И внимание, пожалуйста, в закрытии 15-го каталога вместе с вами в закрытии будут АСМы, которые ответят на все волнующие вопросы, отследят по критериям на Хорватию, на банкет директоров. Еще такой момент.
момент, что есть программа до конца года «Бонус мечты», там, где мы зарабатываем премии 15, 30, 45 тысяч тенге. Все эти вопросы, все, что вам необходимо, информация, бизнес-информация, обращайтесь в закрытие к АСМ, которые являются вашими партнерами. Всем желаю отличного каталога, высоких продаж, высокого рекрутирования. Уверена, что наш вебинар вам понравился. До новых встреч. Мы с вами услышимся 29 ноября. Обращаю ваше внимание, немножко график смещается. Отметьте в своих календарях. Будем на связи. Мы вас любим, уважаем, ценим. Желаем вам процветания бизнеса. До новых встреч.